Короче, друзья, это как американская стирка. Знаете, я когда был в Америке, в Лос-Анджелесе, я мог постираться. Вы видели в кино, есть специальная стирка. Даже можно хоть в трусы разденься. По-моему, тут даже шторку увидел. А, вот. За шторку зашел, передал ресепшн, передаешь свою грязную одежду, тебе складывают и кидают. Специальный человек все это сложит, посушит, постирает. А ты можешь балдеть еще и на диване. Вот. Экономно и дешево, не надо выкидывать. Хоть ты бомжуешь, хоть ты не бомжуешь. В сложную ситуацию попал, все, просто пошел, постирал. И завтра нашел работу или просто не работал. Свежий пошел. Приходите. Такие стиралки. А где вы находитесь? Антоновича 165. Вот, Киев. Антоновича 165. Пожалуйста. Все близко, под рукой. Не умеешь стирать? Приходи. Друзья, я недолго ждал, и мне еще и упаковали. Это вообще просто сказать спасибо большое вашему заведению. Не знаю, как благодарить, просто от души вот показывает, что есть. На Лебедской, представляете, под глазами вот так ходил и не мог постираться все время. А вот надо было кино поехать снимать и повернуться. И, пожалуйста, упаковали, все культурно сложили. Жесть. Мне нравится. Я чувствую себя, как будто уже полностью ушел в Европу. И не только Европу, наверное, в Штатах. Не надо далеко путешествовать, кто-то хочет путешествовать. Вот, под носом стирай, сушат, упакуют. Все. И ты чистый, опрятный, идешь на свидание или с парнем, или с девушкой, или с парнем, или с девушкой. Короче, я на подработке вот такую красоту навожу, выравниваю площадку. И вот так 5 тонн закидываю. Сюда. Поехали дальше. Посмотрим, что будет дальше. Что, Коко, тебя забыли, да? Да, забыли. Так, это моя кола. Взял себе колу. Да, а ты знаешь, что тебе принес, да? Короче, все уехали. И тебя забыли, да? А ты тут торчишь. Ты как кошка, знаешь, вот это. Дай мне, дай мне. У меня кошка была. Подожди. Коко. Коко. Дай мне насыпать. Да подожди. Слушайте, я не буду на землю кидать. Ты же хорошая, да? У меня фантазии не хватило, так что спасаем ситуацию. Собачка просто все уехали, она забылась. Ну, такое бывает. Сейчас морда будет как у кошек. Помогает, чтобы все съело. Как они едят, интересно. Все, да? Все, уже ничего нет. Вот, хочешь, облежит меня.
Уже ничего нет. Подождите. Все. Было, всплыло. Покормили. Так, уже вечер. Это сделал. Убирал. Оно опять нападало. Тут все укутано. Тут зачистил. И оно, что получилось. Вроде бы старался. Там зачистил. Тут зачистил. Все равно что-то лежит. Но уже так хаоса нет. Там и спалил этот листья. Так, вот так. В данном этапе все это будем убирать. И туда. Всем доброе утро. Короче, друзья, продолжаю бороться и подготавливаю себя психологически по всем моментам по поводу съемок фильма. Я не знаю, получится, нет. Ой, боже мой, я встрял, получил повестку, и понятное дело, что меня там отпустили. Была ситуация такая. Захожу я в метро проходить в переход. Мне надо было. Раз прошел, нормально. Второй раз прохожу, уже зацепились. Я говорю, типа, идите нахуй, мне похуй на вашу повестку. Я в ЛК уже проходил. Показывай, они даже ноль внимания. Короче, в итоге меня везут. Не хватает ничего. Просто спокойно. Пошли. Я говорю, пошли, мне похую. И реально говорю, похуй. Я с ними матом разговаривал. Везут меня в Печерский военкомат. И после Печерского военкомата я захожу, меня смотрят и говорят, так, ну, типа, нахуй вы его привезли? Меня отпустили. Но я же бомж. Вы же понимаете. Меня отпустили. И в итоге что? Я получил уже повестку, те же написали, типа, до 17 числа, эта повестка, типа, действительно. Я ж не дурак, понимаю, что штрафы и все по еботу они сделают. Я пошел сразу в военкомат, попросил, чтобы мне назначили ВЛК, чтобы я прошел повторно. Сейчас жду результат, остался только кулист. Больницу надо, направление дали, больницу по зрению провериться. У меня проблемы по зрению тоже есть. Ну, короче, в итоге, я не знаю, выпустят меня после комиссии ВЛК, ну, вот врачи не выпустят. Ну, короче, я надеюсь, что выпустят. И я 100% уверен, что я должен, даже хоть снег выпадет, пойти снимать кино «Карпаты». Потому что мне уже эти тревоги надоели психологически. Все надоело. Особенно в Киеве. Ну, вы понимаете, да? Пойду снимать кино, продолжать. Буду бороться до последнего. Надо было тогда купить фильтр для воды. И все. И съемка фильма, там локации интересные. Я бы встретил, посмотрел дальше. Нервы не мотал бы себе дальше. И эти ВЛК не надо было больше проходить. Ну, не знаю, что получится, но надеюсь, получится. Поехали дальше выживать. Первый этап прохожу ВЛК, филография. Короче, друзья, снял я жилье. И умудрился снять еще люстру. Такая вот комната. Холостяцкая, как видите. О, передавил, я кепку носил, надо постричься будет. Для ТЦК я так ходил. Ну, в принципе, уже депрессия была.
будем лечить себя. Короче, купил люстру и буду эту люстру я делать по-новому. Хозяйка офигеет. Ну что сказать, друзья, я мучился 2 дня и сегодня допер, как это сделать. Короче, объясняю. Я взял вместо шурупов болтики такие маленькие. Сейчас они даже у меня с запасом есть. Вот такие болтики маленькие взял. И вот этот кронштейн. Согнул сам крючок, который вот свет сделал. Может, там где-то кривовато, но поебать, тут вообще потолок сам кривой. Но вообще свет светит отлично. Даже вот так вот стримить, там что-то делать. Загнал, короче, кронштейн, прикрутил вот эту шляпка такая специальная, чтобы эта капсула заезжала. Короче, прикрутил, чик-чик, болтики. И на кронштейн. Туф! И кронштейн, который вот связан, крючок такой. Я его подогнул. Просто я бегал, искал шуруповерт. То есть не шуруповерт, дрель. Искал дрель, но дрель не нашел. То аренда дорого, то еще что-то. По цене этой лампы. Это старое говно снял. И теперь будет нормально. Осталось здесь бахнуть стену из дерева. 10 досок и будет лофт. Перекрытие. Получается будет чик. Вот здесь где-то. А вот. Перекроет. Прям где-то вот здесь. Ну, потом покажу, как будет средство. Я сделаю и сниму видео, как буду делать. Надеюсь, будет средство. Вот так немножко обустраиваю квартиру. Так что можно по мелочам что-то обустроить под себя, если разрешают хозяева адекватные, то можно сделать. И я сфоткал хозяйке, она сказала, нормас. Короче, понравилось, видно. Ну, надеюсь. Так можно что-то жить. О, шоссе. Да, стрижа. Блин, дивися, волосы падают. Удивляйся, удивляйся. Подивись на Лену. На Лену, я что робить таке? Ага. Да. Да, друзья, меня переделали. Еще самая хреневая слова образа. Это я участвовал в проекте на съемках. Мне образ поменяли. Там парик был даже вот остался. Парик. Ну, то не столь важно. Что я хотел поделиться? Я хотел поделиться, что видите, рейки. 12 штук ставлю, и у меня будет стена. Короче, каждая рейка по-своему занимает пространство. 40 сантиметров, 40, типа, пустота между ними. Здесь забил, видите, сделал болтики. Сюда резиновую для труб прокладку поставлю, наклею клей. И будет ровно стоять, получается, эти рейки. И у меня будет обзор стены. Для чего это делаю? Чтобы, когда там стримишь, у тебя вот эта вся часть перекрыла. И плюс как декор дополнять будет всего этого. Будет студия, лофт, как назвать. Короче, результат вы посмотрите. Короче, разметил. Морилкой прохожусь. Ну, понятно, там в дальнейшем можно лаком покрыть. Эта конструкция разбирается, собирается, это легко. Типа перекроешь, подшкуришь там, если надо будет. И все, вот. Чик, 12 штук ставлю и будет зашибись. Как вам? Пишите в комментариях мой образ. Образ бомжа. Мы сделали миллионера. Или Тимати, или Эминем. Ну вот, кстати, морилка такой цвет дала. Ну, я понимал, что мне надо было как-то выкрутиться по цене. Ну, тоже неплохо, мне кажется. Да, такое светлое все. А тут бабах такое желтенькое. Думал между ними, кстати, рейками поставить черное. Ну, ладно, уже не будем
посмотрим, как оно выставится. Может, я сниму все обратно, поставлю, сделаю еще лучше. Как говорится, пробую. Короче, я что-то вчера завтыкал, я понял, что я не заснял, как я сделал часть стены. Вот, смотрите, чик. Осталось рейку в метр кинуть сверху. И снизу, не знаю, еще пока не думаю. Может и надо, а может не надо. Ограничение сделал, чтобы не разъехались. Можно было полностью забить потолок, но я так не делал. Конструкция разобрать можно и перевести, если надо. Только не знаю зачем. В принципе, это такое мелочь, которую... Ну, мы ходим так. Зеваю. И, короче, тут осталось три рейки. Где-то вот так вот расстояние будет перекрыто. Вот это еще три. 40 плюс 40, 80. Ну да. Получается, еще три рейки. Посмотрим, что может конец будет. Вот такая вот история получается. Перекрытие. Красиво в комнате. Ну, хоть что-то перекрывает. Такой обзор. Я иду и думаю, хорошая тренировка. Снег выпал. Мне как раз с подработки иду. Нагрузили рюкзак, чтобы пойти снимать кино. Тренировка такая по снегу. Чик. Вода. Ой, вода. Снег мокрый. Ноги плетутся. Самое важное, что ты когда так идешь, более по-домашнему, как говорится, ты знаешь, что тебе создает дискомфорт, какие минусы, чтобы так гулять по снегу. Первое — ботинки, второе — штаны, третье — куртка. Должна быть нормальная, чтобы мобильность была, превышала. И, наверное, кошки нужны, чтобы не скользить по горам. Ну что, друзья, закончил я свою декорацию. Установил, сделал все так по красоте. Ладно, там шмотки. Вот так можно было бы жить. Но жить — это другое. Но пришло время мне, как говорится, продать свой телефон. Вот. Кто не поверит, что это iPhone, но это iPhone. Так что придется продать, чтобы сделать свое кино. Дай бог, у меня получится то кино снять, которое я замыслил. Не знаю, может, я не продам, но посмотрим. Но поеду сейчас выяснять по поводу продажи, чтобы платить аренду, а потом снимать кино. Взять билеты и поехать на съемки фильма. Надеюсь, кто-то посмотрит это видео, успеет смонтировать. Поехали дальше. На работе снова я. У меня как день сурка продолжается. Мишки тягаю. Сюда 80. Не, сюда 100 где-то. Ну, короче, то же самое, математика. Все повторяется. День сурка. А потом кино будем снимать, посмотрим. Сначала на билет зарабатывать. Поехали. Короче, лежу я и начинаю стартовать это плане. Еду снимать кино. Надеюсь, все выйдет, как я замыслил. Фильм снять документальный. Я его выпущу на английском. И надеюсь, людям понравится. Я буду рад, кто поддержит донатом любой суммой, чтобы немного смог я снять кино.
продолжение уже будет, как говорится, потом, через время. Спасибо, кто смотрел до конца. Поставьте лайк, пишите комментарии в описании моего видео. Есть номер карты. Даже можно отдавать.